Привет, меня зовут Маладхон. Мы сейчас находимся в Бухтаре, где состоится торжественная церемония. Финальный розыгрыш акции Хонабурнаму от Спитаменбанк. Какая квартира? Каким образом выявят победителя? И кто же им окажется? Расскажу в репортаже. К слову, подарков будет много. Акция Хонабурнаму, которая стартовала в апреле прошлого года, завершилась. 26 февраля состоялся финал, который ждали больше миллиона клиентов Спитаменбанк. Ведь каждый из них мог получить ключи от квартиры в Душанбе. Для этого нужно было всего лишь отправить или получить денежный перевод через систему переводов «Контакт», «Юнистрим», «Вестерн Юнион» или на карту Спитаменбанк. По мере возможности банк стремится, помимо сервиса, также внести свой вклад в улучшение условий жизни населения. Я думаю, что сегодня хоть и небольшой вклад, но наш банк это сделал. У нашего банка достаточно амбициозные планы, и они, конечно, связаны с развитием и ростом нашего банка. В ближайшие 2 года мы хотим расширить нашу филиальную сеть для того, чтобы предоставлять наши услуги во всех точках нашей страны. В розыгрыше квартиры участвовали свыше 50 тысяч транзакций. Это клиенты, которые отправляли или получали свыше $500. Более 50% клиентов, пользующихся данной услугой, оказались жителями Хатлонской области. Именно поэтому финал решили провести в Бухтаре. Проведут его с помощью генератора случайных чисел random.org. Организаторы запустили рандомайзер. Несколько секунд, и система выдала на экран номер. Победителем оказался Бердиев Мирзохон, который сейчас находится на заработках в России. А на звонок ответила его супруга. Узнав о выигрыше, она была неимоверно счастлива. Сегодня мы были ведущими мероприятия Хонабурнаму и узнали, кому достался главный приз. И, честно говоря, мы были поражены, потому что действительно это очень такая семья молодая, им еще 30 нет, да, там есть маленькие дети. Это здорово, потому что они действительно нуждаются в жилье, поскольку они, по-моему, времянку у них построили. Очень рады за эту семью, обнимаем. Сегодня было такое ощущение того, что у всех праздник, потому что вот такое замечательное событие в одной небольшой таджикистанской семье. Это здорово. За весь период акции разыгрывались следующие ценные призы. Телевизоры, стиральные машины, холодильники, пылесосы, утюги, смартфоны, микроволновки, ноутбуки, беспроводные наушники и карты Visa. Акция была приурочена к 30-летию Дня независимости Республики Таджикистан.